Здравствуйте! Вас приветствует супермаркет «Семян» и наш сюжет «Стоп-подделка». Мы боремся за качественные семена по всей территории Украины. Хотим, чтобы наши клиенты покупали только качественные семена от производителей. Сегодня мы расскажем вам об оригинальных упаковках компании Lark Seed, а именно о томате Pink Sweetness. Этот томат начинает пользоваться большой популярностью на всей территории Украины. Мы его также рекомендуем. Итак, в моих руках упаковка с оригинальными семенами томата. На упаковке размещена следующая информация. Название культуры, название гибрида, номер партии, рекомендации, до которого их использовать, количество семян в упаковке и предостережение о том, что семена обработаны. На обратной стороне информация размещена на английском языке и обязательно присутствует логотип. Также просим обратить внимание на то, что есть вот такая вот надпись. Если надпись отсутствует на упаковке сверху, то такие упаковки покупать нельзя. Это подделка. Сейчас мы откроем упаковку и посмотрим, как выглядят семена томата. Как мы видим, семена обработаны, окрашены в розовый цвет с перламутром. Семена хорошего качества. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.